ничего не совать, никого не кусать, не баловать. Так, ну что, кто чай? Я еще. Сейчас. Я еще чашечку не форчал. Серьезно? Да. Сколько время? Одно. Одно. Далеко куда-то, земля там, охотится.
Естественно, уже теплые едут. Давай. Едут они на дороге, сынок. Ну я говорю, ну чего, дорога плохая, а там внедорожник новый. 17. Ну, скотчки вообще не чувствуют. 17. 17. 20. Еще. 50. Давай, еще. Давай. Еще. 21. Еду. 22. 23. Они, естественно, не улететь, мы одну пытались. Кто-то сзади говорит, когда птицы, говорит, сигналит нас. Он такой сидит. Папа, как они заработают, сколько? До того, когда ты догнал. Я ведь подумал, когда, говорит, в смысле, когда сбил, надо посигналить два раза. Ну, это как мир, память вечная. А я быстрее, таз поднимай. Стой, извини. Поэтому подальше отходи, да, чтобы на уши, на волосы, таз поднимай или нет. Андрей, угощайся. Да я пока сейчас. Это за колено что? Тебе для колена дали? Да я говорю, да, то, что колено повредило, а у меня просто такие на колени. Так, это на низ, да? Да. Не, наоборот. А. Вот так. Вот. Тоже мне когда магаз не дает, не сукулю, не такие мне нужны. Но это тоже классно, я по ним походил по колено. Мне нужен перевязочный, который, помнишь, какой-то с борцом боролся? Давай. Дырка его здесь на коленке. Да. Как Сергей показывал, там без разницы. Давай. Они присесть не надо. Раз, так, давай. Раз. Давай. Что, залез? Маленький, прикинь, залез не может. 3. Засинь. 4. Давай. 5. Ниже. 6. Ниже. На косяк отводи по колени, потому что она пережимает. Без разницы, как ниже. Вот да, не затягивайте его. Ниже опускай. Давай. На кулачках. Если сил нет, ноги на эти, ноги на корточки, а отжимайся на руках. Вот. Ложи, если сил нету, но ты должен. Тогда вот так вот. Вот, понял? На пол. Больше раз тогда, если сил нету. Понял? Все. Ну да. Все. Сделали? Да. Все, остывай чай. Остываем те. Да. Ну сегодня пораньше, да? Сегодня пораньше да. И, короче, смотри, какая тема. Получается, броник, ткань, а еще какой-то комплект персональной диеты, ее нету. Какой персональный? Там больше ничего не было. Он говорил, броник, ткань, что еще? Любой брать. Да. И какой-то комплект персональной защиты, он говорил, нет? Не скажу, что он говорил. Не скажешь, интернет? Не помню, да. Давай все чай пьем, остываем, отдыхаем. Берем. Пластина какая-то должна быть. А, есть, да, есть. Все, больше все ничего нет. Потому что там несколько видов ткани. Это типа броня, как персональная защита одна. Ну, пластины как раз их простреливали. Да. Вернее, они даже не простреливали, видно от пуль. Майка, если мокрая, переоденем. Ну, что их уже использовали. А это домой положено. Ну, проверочные. А у нас еще есть для СОБРа полностью вот это вот такие пластинки, на руки, надо. Только мы никак не разберемся, блин, где левый, где... Нет, там вернее подписано лево-право, я не могу понять, где локти, где колени. То есть нам просто парняка целый мешок подогнал. Ну, в свое время у нас 20-й отряд Саратов, если был, не ошибаюсь. Какие таилы, да? Если не ошибаюсь, был 20-й отряд. Его там расформировали, когда кто-то из ребятишек или с собой это привнес. Собра. Ты все пошла ли? Одного из них отсюда. Может быть. Да. Не лег Собра и раз? Нет. Зовут его Антон. Алин, до свидания! Неприметный такой мальчишка. Тоже на мотоцикле ездил. И работает. В том-то. Вообще не стоит. При госнаркоконтроле, когда он прислал. Ты этот-то посмотрел? Кочергин. Андрей Кочергин. Да, посмотрел. Как? Сейчас чуть-чуть я похож на него. Похож, конечно. Чуть-чуть. Даже не тоже чуть-чуть. Нет. Внешне такая, да, не такая штука важная. Хотя внешне это тоже имеет место быть. Есть 4 типа мужчин, 4 типа женщин. Как 4 вида группы крови, как 4 стороны света, как разные лета, как 4 времени года. Поэтому. Подай ему зеленый стакан. А печеньки что не успели? А, ешь печеньки? А чуть-чуть не ешь? Ладно, нет, спасибо. Так,
кусочек один, а всех много раздели. Я не буду. Не будешь кушать? Я поделюсь. Другом поделись. Не, не хочу. Не хочешь? Со мной поделись. А вы у нас футболисты? Да. Ну, ломай. Ломай. Вы не выставили сразу? Один стакан, да, его, это, давай. Ну, где первый экран у нас? Ладно, кушай. Первый экран у нас. Дядька, ты копался, то ломай, то не ломай. Всем приятного аппетита. Спасибо. Да, очень приятно. Ну, а что, может, ребят тоже завтра на посадку деревьев привлекаем? Андрей, спросим. Вы где учитесь? В какой школе? Я в 30-й. Я в 29-й. Ты скажи уроки. Какие вообще такие? Да. Двух. Да, двух уроков. У тебя тоже? Ну да. В два часа есть вариант. Вы знаете, как восстановить природу, как экологию укрепить, что надо делать для этого? Ну, один из хороших примеров, да, это посадка деревьев. Угу. Вот мы завтра в два часа на улице Брянской, там центр такой «Моя семья» и еще центр социальной защиты. Мы там будем для дедушек, стареньких бабушек помогать сажать им деревья, чтобы им там красиво было. Поэтому, если успеете, школу заканчиваете. Брянская, это где? Это возле, рядом с вами, где вы живете. Улица Брянская. Вот магнит «Пятерочка» почему? На Полтавской, на Новой. Это за «Пятерочкой». Где я вас в прошлый раз забирала. Вот. Мы там будем деревья сажать. Андрей! Да, ты что два часа делаешь? Я на сутках. А кому своих подопечных хотим привлечь к посадке деревьев? Ну, я не знаю, Жорка завтра что, как тренер, если ничего не пришлет, потому что... Два часа дня. Не, ну какая разница, у них может тренировка, игра, там, ну, они же... Там... А что, бывает просто так вот человек на уроке сидит, бах, смс-ка пришла, срочно вот вечером, видел, да? Он на ночь может. Вот он, допустим, сейчас ночь, не знает. В ночь куда? В смысле, на завтра, в субботу. Но он бывает, понимаешь, как по-разному. Ну, завтра видно, Серег. Не-не-не, погоди, мне заинтересовала такая тема, что тренер ребенку в ночь может прислать смс. Мне, родителям. А, тебе? Да. Чтобы ночь играть. Не зачем. Вот вечером бывает, там, 9 вечера шлет там. Игра, завтра игра, во сколько у вас? А, ну это не этот, не сегодня. Нет, же, конечно. Да. А, ну я тебе про это и говорю, что если вот, как бы завтра все получается, то было бы классно, если бы я... Ну, просто мне так сказал, в ночь как бы тренер может прислать, играть. Я в свое время одного... Тренера знал, да? Нет, я не знал этого тренера, его знали другие люди, и как бы очень странный тренер по футболу. Я слышал, да? Вот, поэтому я очень удивился, Андрюх. Не, я в смысле этого нормально, да, в этом плане? В любом случае, конечно. Понял. Контролируй, смотри, тренеров этих по футболу, бля, помуха. А почему по футболу плохо? Я уж не буду спрашивать. Да я только про футбол, например, знаю. А про что? Про плавание? Нет, знаю, только про футбол. Остальные, как, ну, по крайней мере, в Энгельсе у нас есть, что-то не слышала. У меня крестик. Здесь. Открывай ящик. Пищи там. Да, ну, пожалуйста. Еще чай? Быстро. Как тренировка? Спасибо. Нормально. Здорово. Сейчас переодеваемся. Мы ждем тебя в гости. Вы давно футболом занимаетесь, парни? Ну, я где-то год, он 5. В одной команде? Да. Нравится? Да. Жора, что ты нравится? Нападающий? Что именно нравится? Полузащитник. А ты? Ну, мне больше нравится полузащитник. А что нравится, да? Что, какие действия, финты, не финты, там, прорывы? Много чего. Скорость? Да. Движение, да, вот это? Что, потихоньку собираемся? Давай, Жор, переодевайся, я готов. Ладно, сегодня так рано, как классно. Выспаться, блин, в 10 утра завтра концерт, в 12 я в спектакль, я все-таки решил, они так, она вот так плакала. Кто? То она, Светлана Владимировна, потом Баринова. Ну... Они в истерике, я им дал идею чучело нарядить. А давай мы завтра вот перед концертом прям поговорим с ними на тему? Конечно, сегодня много студентов, да, поговорим, я сегодня сказал, я говорю, понимаете, мы в минус уходим, то есть если я делаю то, что вы просите, мы в минус уходим на, себя, у нас на финансы, да, как попадаем. А на раз такая, как бы, ну они уже сотку получили, получается, на проект, но это будет часть реализации проекта. Да понимаю, что они ничего не сказали, вот в чем какой прикол. Ну ты удивлена, что ли? Я не удивлена, но уже что-то как-то поднадоело. Не, и ваша Кристина чего? Там у них происходит, мероприятие ради мероприятия, и проект они написали пока непонятно для чего. Чтобы денег получить и все?
цели какие, выход какой. С другой стороны, наше движение, наш клуб, опять же. Это же понятное дело, что мы везде. Она мне сегодня звонит, я в магазине, мне вообще не до этого, с куском ткани такая стою, она мне звонит. Даша, вот я в прошлый раз ляпнула, ее не услышала и ляпнула, и она теперь ко мне пристала. Статью написали, да, в регионе, в регион 64, ты, я говорю, да, а я... Я по мероприятиям пишу пресс-релизы, я не знаю, что конкретно у них мероприятие, их мероприятие выставили. Ой, а как у тебя там вот это все выставили, там это там, это же так тяжело, что там на сайт попасть. Я говорю, ну они выбирают, какой ставить, какой нет. Она мне сегодня звонит и говорит, а вот как там на 64 регион типа отправить? Я говорю, на почту. Я говорю, на почту. Если что, на сайт заходишь, там почта? Я говорю, да. А вот если я тебе скину, можешь там подредактировать? Я говорю, мне вообще сейчас не дает. Я уже на следующей неделе редактировать я ничего не буду, могу просто прочитать, посмотреть, там, вам по телефону сказать, что там хорошо, что плохо. Говорит, я хочу, мне теперь все само делать, ну ладно, такая. И положил трубку. Кстати, я помою все. Вот так вот. А кто-то вот меня, так... я не знаю, кто статью написал. Спасибо. Про мероприятие. Да, 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 вообще, сейчас на здоровье. Все, сейчас остываем, мы, может, наверное, все и выйдем, да, сейчас? Да, потом мы тогда никогда не выйдем, если мы сейчас... Да, поэтому... Да, надо все вместе. Мотивируйте нас. Давай, ты что, поможешь? А, помою, поможешь? Да. И помою, помою. Парни, и привлеки. Погашай, я допью, сейчас я уже все почти. Стой! Сейчас еще два стаканчика наполнены. А, ну, в принципе, что, надо тоже. Андрей, пройди. Все, смотри, как, знаешь, мне повезло, девочка у меня Яна написала по поводу формы. Говорит, я на следующей неделе на тренировке выхожу. Мне форма типа нужна. Я говорю, хорошо. Говорит, тебе воскресенье, говорю, вечером можно завезу, но я не успею постирать. Я говорю, ничего страшного. Прям как дату в дату. В воскресенье сдаю все, и в понедельник, и в воскресенье же отдаю. Деньги-то есть на это? На аттестацию 1500. Найду. Костян спрашивает. У меня моих вообще денег нет налички. У меня вообще налички нету. Все на карточке, которые пилик, пилик, туда сразу. А что за карточка? А, который тебе не переводит? А не снимайся. Да что ты?